красавчики, ну что за банда такая собралась, что же за мужчины стоят передо мной, ребята, а? Мне кажется, если рамку повесить вот эту картину, то либоваться можно вот реально на эту стеночку вообще в бесконечное время. Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет, с вами сегодня, как всегда, Олежа Купсал, на сегодня Сашка Алекс Фокс, Ураганчик, и сегодня у нас, как обычно, ждут величайшие приключения на таком проекте, как GTA Петерпен на сервачке Sunrise. Хьюардиски! Слушайте, даже на удивление, даже нормально поздоровался ураган, да, такой, я сказал ку! А, ты сказал ку! Я сказал буковка ку! Вот так вот! Я понял, я понял! В общем, друзья, сегодня, как я уже сказал, нас ждут просто величайшие, мне кажется, приключения, но пока мы не знаем, чем закончится вся наша сегодняшняя история. Потому что все как обычно, сегодня мы отправляемся на контейнеры, чтобы наконец-то выбить тот самый 911 порт, за которым я уже гонюсь на протяжении всего этого месяца, а возможно даже и больше. Поэтому, друзья, перед началом этого ролика вам я хочу пожелать приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Заранее не забудьте прожимать кнопочку лайка и, конечно же, подписываться на канал. У Сани реально пылесос, не машина, а пылесос самый настоящий. Это Саня, ну, пылесос. Да-да-да-да. В общем, ребята, значит, сегодня, как я уже сказал, мы отправляемся до кухни. Нормально вообще, а? Ты меня просто, ты меня так жестко в стенку отправил, Саня, ты чего? Это не я, это роботы. У меня роботы, автопилот, да, вышел из-под контроля. Офигеть вообще. Мне там переломал 20, наверное, если не больше. Так вот, сегодня мы отправляемся снова на контейнеры, соответственно, да? Я думаю, что мы также. А давайте. Ну, пацаны, на дороге, да, конечно, для кого дороги существуют, скажите, пожалуйста, да? Ну, ладно, я с вами. Давайте я с вами. Ну что ж, как вы помните, в прошлом ролике, соответственно, у нас реально ждал успех, соответственно, потому что мы выбили вот этот прекрасный 918 спайдер и еще Ну какой опять я Мазду говорю, пацаны, нормально. Походу, реально у тебя вот фетиш на Мазду. Реально, у меня, походу, реально машина просто вот эта вот мечты Мазда какая-то еще. Значит, я просто Мазда рейсер, пацаны, понимаете, как бы, да? В общем, ребят, перед началом этого ролика вам я хочу пожелать, конечно же, в обязательном порядке приятного просмотра, конечно же, приятного аппетита. Не забывайте заранее прожимать кнопочку лайка и, конечно же, подписываться на канал. И также я вам хочу напомнить, что существуют промокоды, благодаря которым вы можете получить 12 тысяч баксов и VIP-статус на 10 дней, что реально упрощает вашу жизнь. Поэтому, ребятки, пользуйтесь, пока халява работает. Итак, мы с пацанами отправляемся прямо сейчас на контейнер, соответственно, да, мы, я, кстати, не понимаю, мы опаздываем или не опаздываем, потому что сегодня вроде как-то непонятно, пацаны. Короче, вроде, я на автопилоте поеду, ребят. На автопилоте он поехал, да? Ну и последний самый приедет. Точно пылесос. Мы вот с ураганчиком нормально, на скоростях, так сказать, по полной программе доедем вообще на пятой передаче только так. В общем, ребят, все, отправляемся в сторону контейнера. Заранее вас прошу пожелать нам удачи, потому что пока что непонятно, чем закончится эта сегодняшняя история. Но сегодня мы настроены лишь только на успех. И надеюсь, что успех сегодня будет сопровождать нас на протяжении всего ролика. Да уж, друзья, к сожалению, кто-то доехал до контейнера, а кто-то валяется вот именно так, как ураган. Вот ну, как? Я загораю! На ровном месте, но как это произошло, скажи, пожалуйста, да? Ремни безопасности вообще для кого существуют, а? Да я не знаю, не для меня, я рисковый парень. Я так и понял, я так и понял. Хорошо, что мы не опаздываем, иначе мы просто бросили бы тебя сейчас на произвол судьбы и, наверное, бы просто открывали бы контейнер, пока бы ты здесь откисал, а? Слушай, ну ты еще, прошел. Меньше, Нет, я такого не говорил. Я сделал, какие у меня друзья. Я такого не говорил, между прочим, я такого не говорил. Так, пацаны, короче, сегодня что я предлагаю делать? Мы также откроем два контейнера, соответственно, да, один премиальный, один дорогой и один дешевый. Просто я не знаю, мне вот так понравилось открывать даже дешевые контейнеры, потому что в нем тоже находятся очень прикольных автомобилей. Вот, и хотелось бы выбить, конечно же, оттуда Dodge Ram, либо Ferrari. Вот это было бы прям вообще очень даже кстати. Итак, у нас два контейнера. Нет, пока. А через сколько? Через сколько открывается? О, через 7 минут, пацаны, через 7 минут. Давайте думать, какой контейнер мы с вами забиваем. Они как бы оба сейчас по 4 ляма, поэтому думаю, вот, второй. Да, Dodge, конечно, второй. Вот это, да. Блин, ну, давай. Так, смотри, этот контейнер я забиваю, соответственно, этот контейнер я забил. То давайте откроем вот этот, пацаны, контейнер. Вот именно этот контейнер. Давайте сразу ту ставочку, тоже лям, наверное, сделаем на него, и вообще с кайфом. Мы просто будем ждать открытия, соответственно, этих двух контейнеров. Так, все, лям, и то, да, все, и того будет считано. Ага, все, только самое главное, не 10 лямов. Да, все. Мы поставили на этот контейнер лям и на тот 4 ляма. И, ребята, надеюсь, что реально сегодня мы будем 911 паршак. Это будет просто самый лучший день. Так, я не понял, мой контейнер перебили. Это где перебили-то его? А, там кто-то. Нет, за лям. А, тот, да, за лям. Ох,
Ох, зря, ребят, зря, 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 зря. 10 миллионов, причем, Олег. Против меня Snoop Dogg стоит нормально? Snoop Dogg против меня, пацаны, это как понимать-то вообще, а? Так, давай чисто все единицы поставим. Так, это сколько единиц у нас должно быть? Это 6 единиц, нет, подожди, какой? 7, 7 единиц должно быть, подожди. Раз, два, три, раз, два, три. Да, 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 да. Все, ну красивая ставочка залетает. Не, смотрите, пацаны, в идеале из эконом-контейнера нам с вами выбить, знаете, какую машину. Либо Porsche 911 Carrera RS 73 года, либо, соответственно, Dodge Ram SRT старенький, либо Ferrari 160mm 48 года. Вот это будет самая пушка, это будет просто самый лучший день. Но из премиального контейнера нам с вами, знаете, какие машины нужно выбить. Либо 911 Porsche, потому что у нас с вами еще его ни разу не было, соответственно, да? Либо машина, которая у нас с вами тоже еще ни разу не было, это BMW M6 F13 кузова, соответственно. Вот эта машина тоже я очень бы хотел видеть в своей коллекции, соответственно. И наверное, все, да? Потому что все остальные машины, они такие все, как бы, вот просто M6 и BMW я вообще редко видел, поэтому и я надеюсь, что сегодня реально все пойдет прям по массу, и нам реально выпадет что-то годное. Не понял, кто... Премиальный контейнер перебили, значит, да, перебили премиальный. Хорошо, хорошо, поиграем по другим правилам. Ставим 6, раз, два, три, раз, два, три. Поставим 6 миллионов 666 тысяч. Я уж начал, если честно, думать, что сегодня я реально заберу контейнер за 4 ляма, но что-то, походу, не сегодня. Что-то, походу, реально не сегодня. Я понимаю, что это невозможно. Олег, я понимаю, что так или иначе будут перебивать. Но, ребята, все равно, понимаете, верить-то надо в уши. Поэтому, как бы, я и надеялся, что сегодня мы заберем контейнер чисто по дешевке. Но, видимо, сегодня не тот случай. Еще раз перебили меня, да? Но зря. Зря, ребята, очень даже зря. Эконом перебили. Какой эконом, да, эконом перебили. Почему-то, кстати, борьба идет именно только за эконом. За премиальный вообще борьбы нету никакой. Это очень странно. Ладно, значит, эконом меньше стоит, конечно. Ну, это понятно, это понятно. Но так или иначе. Даже я готов за эконом биться. Чаще всего, как бы, пойдет борьба именно за премиальный контейнер, понимаете, да? А вот за эконом там вообще все время как-то холодно. Так, ну ладно, я поставил на эконом 1-2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 -
3 поставил. Давайте, давай. Я вот такое мне нравится. Вот такое мне нравится. Когда идет борьба, это же классно, это же приятно. Давай сразу полтора ляма. Зарядим вот такую вот ставочку. Давай сразу, ну, сразу нужно показать, как понимать свои яйца. Надо сразу показать, что мы уверены, понимаете, в своей победе. Не, пацаны, ну тут прям отчаянные ребята, смотри, они прям не сдаются. 1 880 880 долларов поставили на контейнер, да? А давай, знаешь, как сразу, а давай два зарядим на этот контейнер, да? А давай два. В итоге мы выбьем KSC за 2 ляма, нормально? Не-не-не, 2, короче, и уходим, если перебивает, идем на другой контейнер просто. Прикинь, реально, мы, прикинь, нет, стой, подожди, представляешь, реально, если мы за... Да, это же вообще будет бред полный. Чисто за 2 ляма купить KSC, по сути, выбить ее из контейнера, это же вообще полный бред будет, так, вы понимаете, да? Я вижу. Я представляю, что такое KSC за 2 ляма просто, там реально у нее должен быть какой-то реактивный двигатель, у нее должны быть крылья такие вот. Двигаться, знаете, как в такси, помните, в фильме было, когда машина трансформировалась вот так вот на пути. Слушайте, ну на самом деле пока нет, я не вижу особой борьбы именно за премиальные контейнеры, это очень странно. И у меня даже складывается такое ощущение, что меня вряд ли будут перебивать. Возможно, реально итог предыдущего ролика по контейнерам, когда мы наказали мажора, там реально как будто бы люди после этого сделали урок, и они, ну да смотри, пока я вообще не вижу, чтобы тут были... 5-4. Подожди, неужели? Неужели? 1-6 миллионов контейнер и... Ой, стой! Это она! Это она! Погоди, стой! Это она! Это М6-я бэха, реально, пацаны, стоп! Да? Стой, погоди, стой, ой, стой, стой! Открылся. Стой, погоди, стой, 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 это вообще жесть. Кэшбэк. Это просто... Кэшбэк, а втором, погоди, а втором выпало это Бентайга, правильно я понимаю, да? Да, блядь. Мы еще и открыли контейнер по дешевке за 6 лямов. Ну да, кстати. Как это так? Что за день сегодня такой? Блин, ребята, за то, что мы вывели реально тачку, которую я хотел сегодня получить, это реально, какова вероятность, что выпала именно она? То есть там 3... Ты что-то везет в последнее время? Так я вообще не понимаю. Кстати. Я реально не понимаю. Они, короче, контейнеры будут сосать только. Так я не знаю. Так мне осталось обитать
только 911 Porsche, все, понимаешь, как бы, да? Какова вероятность? Там 30 машин, 15 машин премиальных именно. И выбивается именно та машина, которую я хочу из 15 премиум машин. Это же вообще жесть, как... Олег, а ты там бороду не дергаешь перед тем, как загадывать, да? Да, нет, вот так. Ну, что-то как-то очень странно. Я реально, я второй раз из трех прихожу, ты говоришь, хочу вот это вот. Так, да, это... Не, ураган, на самом деле ты наш талисман, а ты приносишь просто удачу, понимаешь? Вся проблема, ну, не проблема, а все именно за тебя. Не, на самом деле, я реально начал дергивать вот такой вот волос. Так, сейчас первый контейнер открывается. Слушай, если мы еще не с этого убьем... Но! Ауди. А погоди, это новое? Подожди, стоп. Это новый Ауди, нет? Мужики, это новое или новое? Неужели мы снова два эксклюзива выбили? Чего? Нет, погоди, это новое. Это реально новое. Подожди, стоп. Стоп, 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 стоп. Это не твой контейнер. Это не мой контейнер. А, блин, натуре. Там уже думает, как делить будет. Это не твой контейнер. В натуре я что-то... Блин, это что значит, что мне не выпадет, да, эксклюзив сейчас, да? Выпадет. Ну не самое факт, главное, не верить. Факт, не факт. Да блин, ладно, я реально почему-то подумал, что тот контейнер это мой контейнер. Я уже даже сел в машину. Я ее даже уже открыл. Но, по-моему, вот это эксклюзив. Это новая РСК, это, по-моему, пятая. А, нет, это четвертая. Да, это эксклюзив, да. Это эксклюзив, да. Ну что ж, пацаны, делаем ставки. Что нам выпадет из этого контейнера? Только не это! Честно, супра за 2 ляма. Это супра. Ну нет, пацаны, к сожалению, мы в минусе. Именно с этого контейнера мы сегодня уходим в большой минус, потому что машина стоит, по-моему... У нее годка, мне кажется, сейчас 600 будет, да, по-моему? Погоди, надо посмотреть. Сейчас быстренько откроем. Сейчас, подожди, надо просто у нее капот открыть и просто посмотреть. А ну-ка, смотреть. А, да, госцена 850 тысяч долларов. В минусе на 1 150 000. Ну, что поделать? Что поделать, супра! Ребята, да? Праворульная супра, пацаны. Но ладно, я как бы рад тому, что мы хотя бы выбили сегодня, на самом деле, очень хороший эксклюзив из премиального контейнера. Так что в целом это реально хорошо. Рано, что мне тут путь заблокировали. Можно, ну, ребятки, да, проехать, да, пожалуйста, да? Не-не-не-не-не-не-не. Супру мы, наверное, продадим. Как бы нам она не нужна. Я думаю, я ее просто солью в лед, да. А мы поедем на М6, поедем сейчас ее простенькуем и посмотрим, на что она способна. Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас у нас рубрика тюнинг, и мы будем прокачивать новую BMW М6 по полной программе. Так, значит, ну. Нет, ни в коем случае, На нее мы поставим уж точно нормальные колеса и нормальный цвет мы сделаем 100%, так что нет, такого мы делать не будем. Так, меня больше всего интересует, присутствуют ли какие-то внешние модификации на этот автомобиль. О, реально что-то даже есть, смотри, а ну-ка. Давайте, так. Ну, слушай, мне кажется, надо поставить именно вот этот спойлер. Пацаны, на нее даже можно спойлер поставить, представляете, да? На BMW спойлер? Да, но там не такой большой. Вот скамейка или типа маленькая такая? Там маленькая, там не скамейка, там... Ух, ема! Скамейка? Это что такое? Пацаны, я тебе, подожди, я это поставлю, чтобы просто вам показать, что это вообще жесть какая-то. Да. Просто посмотри, нормально вообще, это что за машина такая? Это... Не, это реально что-то из такси, мне кажется. Это что? Не, она какая-то прям пузатик. Ну нет, это обвесы, чтобы расширить колесную базу, соответственно, и тогда машина будет выглядеть по-другому. Ну это такой колхоз, это просто жесть! Не, это вообще бред какой-то, реально, да. Так, ну пацаны, по-моему, реально получилась конфеточка. А ну-ка, Бэмс, Ну нет, это пока, потому что мы не расширили еще колесную базу, поэтому пока как бы... Вот реально, если сзади смотреть на машину, колес даже не видно, банально, понимаете, да? Так, мне интересно, сейчас давайте, во-первых, поставим на нее этот, номера, да, черные номера надо поставить обязательно, чтобы машина вообще имела, в принципе, какой-то вид. И мне интересно, кстати, ну куда ж ты едешь-то, по встрече там на гетере своем-то, а? Подо мной турбированный демон, кузов цветовеном, сине-белая эмблема. Поэтому, мне кажется, цветовеном надо ставить. Ну не, нормально. Я думаю, хороший цвет мы сделаем. А сейчас мы ставим номера, едем на трассу, делаем замеры по максималочке, соответственно, да. И уже после этого доезжаем до дрифтюнинга, ставим на нее нормальную колесную базу, расширяем ее также по полной программе и будем смотреть, на что способна эта машина. Но я надеюсь, что она нас удивит сегодня, приятно удивит и покажет настоящий нормальный результат именно скоростной. Ну что ж, прямо сейчас мы будем приступать к тестам, к замерам максимально.
нормальной скоростной скорости этого автомобиля. Так, Санчелло поехал, толкнулся. Да, именно скоростной скорости. Ну что, Санчелло, готов? На счет три. Раз, два, три. Поехали. Ясно, пальцы. Нет, Но 320 держится. Ну, слушай, Саня, твой пылесос, конечно, обгоняет. 330, 340. Это без пакета. 300, ну, слушай, не, нормальная скорость так твоя эта машина, а? Я, не, реально очень хорошая скорость. Прям бери нормально. Пакет. И управляемость. Миллионов, да. Ну, не, ну, даже, не, ну, а мы, вот мне, кстати, интересно, сколько продается вообще на рынке эта машина. Надо будет тоже эту информацию уточнить, посмотреть, сколько машину это можно купить, так сказать, просто у обычного игрока, просто если ты придешь на бушку. Ну, удивление, сегодня контейнер не дошел до 14 миллионов, как это обычно бывает. А контейнер мы купили всего лишь за 6 миллионов 660 тысяч долларов и так далее. Ну, то есть, как бы, это реально странно. Но, ну и получили мы сегодня реально хорошую машину. 350 сейчас было. Нет, слушай, хорошая машина. Очень даже хорошая машина. Вот мы ее сейчас немного, наверное, даже приподнимем, завысим и посмотрим, что из этого получится. Ну, а теперь на ваших глазах будет происходить настоящая магия, потому что прямо так, диаметр колес. Ну, нам, я думаю, пока диаметр колес вообще, в принципе... Нет. Так, ширина колес, погоди. А что, все, что ли? Это максимум, который можно... Реально? Чего так мало-то? Погоди. Ну, развал колес мы даже трогать не будем, соответственно. Я думал, погоди, стой, погоди, неужели... Верни их наоборот неужели... внутрь, а вот ширина колес. Вот оно. Ну не, это мы слишком сделали. Погоди, надо сделать как-то вот примерно. Вот это уже другое дело. Стой, погоди, а ширина колес, что это такое? А, паука? Погоди, ширина колес это. А, все, я понял, что такое ширина колес. Так, ну подвеску можно даже, наверное, немного приподнять ее, наверное, да. На удивление мы ее не опускаем, не опущена, а наоборот, а даже занижена. Немного приподнимаем. Вот так вот, мне кажется, идеально. Так, ну что, мы сами ширину увеличиваем за лям. А, так, дальше у нас ширина колесной базы также за лям. Высота подвески также за лям. Ну еще после 3 ляма у нас еще уходит на тюнинг, соответственно, получается вот такая вот красоточка, конфеточка просто, ну, по полной программе, а. Ну что, готовы заценить, пацаны? А, это произведение искусства, этот шедевр, а. Ну, по-другому-то реально никак и не скажешь. Ну вот, смотри, пожалуйста. Блять. Ну вот, пожалуйста, пацаны, а. Ну вот теперь, ну вот. Ну нет, ну нет. Саня, ну. Вот сейчас я накупил аптечек. Ну могли бы просто... Не, ну реально, посмотрите, теперь... Подожди, ну... а почему я, блядь, умираю? В смысле? Ты горишь, может быть, нет, а? Да! У меня нет этого ничего. А ты как поднялся? Я поднял еще. Вот, пацаны, давайте, ну чисто здравый смысл. Ну, по-моему, красиво смотрится, нет? Прикольно. Ну вот, чисто гоночная машина. Да есть аптечка, что ж вы такие-то затребователи? Я кривякаю. Дай аптечку, дай это, дай то. Ну, я не знаю, но мне кажется... Да я вот еще одну аптечку скинул, держи. Ну не, реально, мне кажется, вид имеет. Вот, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, чисто по 10-бальной шкале, как вам эта машина. Ну, мне кажется, вот реально с этими даже обвесами. Симпотная. Ну вот, да. И то, что мы расширили просто колесную базу, она теперь выглядит совершенно иначе. Мне кажется, реально, ну, как бы вид имеет 100%. Так, ну давай, ладно, погоди, а сколько мне интересно багажник? Давай тоже посмотрим. Мне интересно, сколько килограмм у нас багажник. Ух, кстати, нормально, 75 килограмм и 100 много. Госка, ну госка 6 лямов там будет. Давай, Санечка, залезай. Давай, Санечка, попробуй залезть. Ну, кстати, по идее, ты сможешь забрать в него багажник большой, реально. Смотреть, ну, как, ну, не-не-не, о, все, Саня. Да, оба реально пропал. А я ничего не вижу. Багажник закрываем. Я тупо салон вижу. Все, ураганчик, присаживайтесь, соответственно, и поехали. Поехали. Я еще что думаю, давайте заедем с вами в игральное заведение. Они видят ремни безопасности. Конечно, Саня, все есть, все имеется. А мы поехали? Да, мы поехали. Ну да, даже мне еще интересно, повлияет ли как-то наши вот эти сделанные улучшения на максимальную скорость. Так, ну колеса у нас уже выпирают, конечно, на максималочке. Сань, ну там нормально, там хорошо на улице, все красиво на улице, реально. Все, ребят, мы с вами едем в игральное заведение, где я надеюсь, нам сегодня будет сопутствовать. Удачи, я надеюсь, что не будет, как это было в прошлой серии. Да ты молчи, Саня, не привлекай внимания. Ай, блин. Ай. Саня, все из-за тебя. Все из-за тебя отвлеклись, Саня. Ну давай, Саня, давай. Я интересно, нас остановят или нет? Давай, еще, еще. Кричи, Саня, кричи, Саня, давай. Вырвали, что копам все равно. Им все равно. Я маленький.
Саня, все равно. Саня, вот такая вот у нас, вот такая вот у нас полиция, да. Полиция, да. Вот так вот у нас следят за законом, вот так вот, да. Ну нет, смотри, Саня, мы просто по барабану реально, понимаешь, что вот нас просто, мы человека похитили, мы реально да, все равно. Да, вообще, типа, досрать, типа, нормальная практика, что человеку багажник лежит. Ой, бред, просто бред. Слушай, ну у меня, кстати, в коллекции уже есть две самых редких BMW, это BMW F5F90KS и M6F13 кузова. Нормально вообще сейчас было или нет? Это что такое? Что, полиция подрезает, да? Не-не-не, просто чел очарованный какой-то, просто мастер-подрезатель, а? Только он нас не подрезал, кстати, так, чисто к слову. Ладно, ребят, мы доедем до игрального заведения и там, конечно же, продолжим. Ладно, Санечка, выходи из машины, смотри, вот, сам. А что тогда, подожди, стоп, а что это тогда взял-то на помощь, если ты сам мог выбраться все это время? Так вот все это время, понял, взламывал вот эту вот ячейку, чтобы выбраться. Итак, ребята, на сегодня у нас все, как обычно, 50 тысяч фишек. Надеюсь, что сегодня мы реально окупим все по полной программе, что сегодня это удача, которую мы так Ваша давно не видели. Чего? Ну, знаешь, какой? 50 тысяч фишек, Санечка. У меня 6 тысяч фишек. А, так ты же в прошлой серии поднял, ты что, забыл, Санечка? Да, выиграл, конечно, забыл, конечно. Да, выиграл. Итак, мы подходим к нашему любимому, соответственно, столу, который приносил нам когда-то удачу, но сегодня непонятно, чем все это закончится. Я поставил по цели 15 тысяч фишек на единицу и надеюсь, что сейчас эта единица наконец-таки появится в нашей жизни. И снова мы вспомним, что что такое получить 56 миллионов долларов? Пожалуйста, передаю просто... Санечке привет. Ай, блин. Хорошо, пацаны, делаем следующую ставочку. И давайте поставим 15 тысяч на 13. Пожалуйста, пожалуйста. Ну должно же рано или поздно это произойти. Ну должно же быть когда-то. Это удача, наконец-таки, я тебя прошу. Просто, пожалуйста, 13 черное. И мы уходим домой. И мы уходим домой. Ну тут уже, да что ж ты будешь делать, а? Ну а какое 11 черное? Давай, чего так? Хорошо, осталось последнее шанс. Нет, 36 красное ставим на 3. Смотри, просто видишь, было 11 черное, 26 черное, поэтому мы поставим на красное, поэтому надеюсь, что красное выпадет. И это будет цифра, это будет число 36. Я 25 красное поставил. Не, я поставил, подожди, Ураган, ты говорил 23, да? А Саня, да. А Саня поставил на 25, да? Ну да, не знаю. Вообще, на самом деле, такое ощущение, что как будто бы единица сейчас будет, если честно. Вот как будто бы, ну, ты издеваешься. Да это издевательство какое-то, реально. Да что ж за день-то сегодня такое-то, а? Ну как это понимать вообще, а? Давай поставим на 0. Давай поставим на 0. Я поставил на 0 5000 фишек. Я надеюсь, что хотя бы 5000 фишек мы выиграем. И мы получим сейчас 18 лямчиков. И это будет просто реально, ну, хоть какой-то. Не самый лучший исход нашего сегодняшнего дня, но хотя бы какой-то. Поэтому, пожалуйста, давай сделаем все возможно так, чтобы нам выпало просто 5. Ой, какой 5? 0. И мы выпадем. Ну, давай. Ну, давай, докатись, пожалуйста. Блять, я на 17 черный восстал, как рядом. Ну, что за день? Ну, что за день такой, а? Ну ладно, не, хотя бы то, что мы выбили сегодня М6, соответственно, бэху, это уже даже очень неплохо, ребята. Поэтому я думаю, что на этом сегодня мы будем заканчивать наше видео. Я надеюсь, вы кайфанули по полной программе, обязательно поставили лайк, а конечно же подписались на все наши каналы. С вами сегодня был как всегда Олежа Кофе, Санечка, Алексей Ураганчик. Это был Брэк и Тай, Бутерпой, Сервачок, Шанрайз. Заходите на Сервачок и играйте вместе с нами. И, конечно, не забывайте вводить наши фармакоды. На этом, дорогие друзья, сегодня все. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока, ребят. Пока.